Всем привет! Сегодня я расскажу вам о тунгарских лягушках, красноярских актинобактериях и новых нормах здоровья человека. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Шотландские исследователи из университета Стратклайда выяснили, что тунгарские лягушки имеют возможность передачи лекарств при помощи собственной пены, выделяемой для защиты икры от внешнего воздействия. Вещество представляет собой взбитые белковые отложения, которые являются отличной защитой для потомства лягушек. Пузыри пены способны подавлять на протяжении 2 суток рост золотистого стафилококка, а во время экспериментов с красителями ученым удалось увеличить действие пены до 7 суток. Открытие поможет лечить пациентов с сильными ожогами и другими поражениями кожи, а в будущем планируется использовать вместо белков искусственно модифицированные препараты. А в России в ходе экспедиции в Большую Орешную пещеру, расположенную в Манском районе Красноярского края, сотрудникам научно-исследовательского института биологии Иркутского госуниверситета в особой пещерной субстанции, называемой лунным молоком, удалось обнаружить 10 новых штаммов актинобактерий. В ходе жизнедеятельности выявленные микроорганизмы вырабатывают более 1000 биологически активных соединений, в том числе и антибиотики, подавляющие рост других бактерий и грибов. Исследователи уверены, что в глубинах красноярских скал скрыт это немало других видов актинобактерий, которые будут полезны современной медицине. И напоследок в Татарстане. Ученые Казанского федерального университета в течение 5 лет будут следить за изменениями различных биохимических параметров в крови студентов во время их обучения, чтобы уточнить принятые сегодня в медицине нормы, по которым определяют состояние здоровья человека. Это необходимо сделать, так как условия жизни людей в настоящее время существенно изменились. Вследствие антропогенных нагрузок появились дополнительные факторы воздействия на организм человека. В рамках проекта «Норма» будут разработаны новые диагностические подходы, методы, маркеры, на основе которых создадут тесты для мониторинга персонального состояния здоровья, что увеличит продолжительность и улучшит качество жизни населения. А на этом все.